Так, Саш, потом откроем околосердечную сумку и извлечем этот обломок. Ольга Петровна, трудно поверить, но всех удалось стабилизировать. А какой мальчик, которого брат подстрелил? Выжил. Да? А девочка? Которую отец сбивал? Да. Все хорошо. Ой, так выходит, знаешь, что никто не умер. На самом деле, неплохой день вышел, да? Сплюнь, все будешь оперировать.